Ребята, всем привет, Кент пока на проводе. Сегодня будет немножко необычное видео, потому что, к большому сожалению, нету аккаунта Кента ПК. Вы такие: воу-воу, Кент, полегче, что произошло? Ну, ребят, как вам рассказать, что произошло? Ну, если вкратце, у меня просто все пропало. То есть, прямо сейчас посмотрите на все мои скины. Помните, мой ФАМАС какой был красивый? Посмотрите на мою М-ку, на мою М16. Посмотрите на мои дробовики. Совершенно ничего нету. У меня пропало абсолютно все. У меня пропал мой аккаунт. Честно говоря, немножко больно об этом говорить. Я вас очень сильно прошу, пожалуйста, поддержите меня и поставьте ваш лайк и подпишитесь на мой канал. Ну что же, давайте я вам прямо сейчас обо всем этом поведаю. Ребята, вы меня часто спрашиваете, где же взять голды и как можно поднять денег, чтобы купить себе самый дорогой нож, как у меня. Ответ крайне прост. Это компания OneWin. Хотел бы вам порекомендовать моих друзей OneWin. Легкая регистрация, простой дизайн, легкий вывод, большой выбор событий, как и обычного спорта, так и киберспорта, а также многое другое. По промо Кент200 вы получаете 200% бонусов. Очень скоро будет происходить событие Аван против Ордера. Не упусти свой шанс. Вся нужная информация находится снизу. Часть видеоролика, который вы видели раньше, я и записывал заранее, поэтому, ребят, на это не обращайте внимания. Ну а прямо сейчас я хотел бы вам рассказать про самое-самое главное. Куда же делся мой аккаунт КентПК? Кому интересно, ребята, можете посмотреть. У меня даже новая ID. Я не состою в клане Киборги, у меня абсолютно ничего нету. У меня есть друг с реальной жизни, которого я знаю. Он очень сильно попросил, чтобы я дал ему свой аккаунт, потому что он всегда мечтал поиграть с Керамитом Голд. Он также хотел стать ютубером, так же, как и я. Конечно же, я доверился. Ведь я верю людям, и я даю всегда людям второй шанс. Этому другу я реально доверял как себе. Я никогда не мог подумать, что когда-либо что-то произойдет. Хотя буквально пару лет назад я ему одолжил 1000 рублей, и, конечно же, он мне ее не отдал. Возможно, это был первый звоночек, но тогда я даже не думал, насколько же все серьезно. Просто я смотрю на все это, и мне хочется плакать. Я не знаю, что делать. Где же мои дорогие скины? Где же? Где мои дорогие скины, ребят? Прямо сейчас я захожу на рынок, я вижу скины, и я помню, как они были у меня в инвентаре. Я помню этот АВМ... Ой, не этот. Я помню АВМ Спорт V2. Вы просто помните, сколько на нем было наклеек. А вы помните мой АКР Treasure Hunter Статрек? Все, ребят, теперь всего этого нету. Теперь я начинаю жизнь с чистого листа, с нового аккаунта, и теперь я все начинаю заново. Просто посмотрите, у меня еще был нож бабочка Легаси. У меня еще был керамбит Dragon Glass. Ребята, все это было буквально сегодня. Но сегодня я пытаюсь зайти в мой аккаунт в Facebook, и мне пишет пароль неверный. И, честно говоря, я не знаю, что делать дальше, потому что очень больно. Ну чё, хейтеры, обломитесь. А все мои подписчики, я вас приветствую, потому что скоро на канале Кента ПК стартует новая эпоха контента. Я вам скажу даже более. Я хочу вам разыграть мой аккаунт совершенно бесплатно. Кто-то из вас может его получить. Или я продам все свои скины за 0.3. Там куча дорогущих скинов. Самое главное, что ты был подписчиком канала Кента ПК. Поэтому обязательно, прямо сейчас, если ты не подписан, подписывайся. Нажимай на колокольчик и, самое главное, прожимай лайк.